Злоумышленники трудились по ночам, зарабатывая за каждое размещенное объявление от 50 до 100 рублей. У задержанных полицейские изъяли баллончики с краской и специально изготовленные трафареты. За каждое объявление молодые люди отчитывались своим работодателям, отправляя фотографии. Установлено, что злоумышленники трудились не только на территории Саратова, но даже выезжали в другие регионы Российской Федерации. Задержанные вину свою признали. Возбуждено дело об административном правонарушении за пропаганду наркотических средств. Также напоминаем о том, что по телефонам дежурных частей ГУ МВД России по Саратовской области граждане могут сообщить о незаконном обороте запрещенных веществ. Не оставайтесь в стороне и внесите свой вклад в противодействие наркопреступности. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.